Всем привет! Сегодняшний обзор про, наверное, самое популярное мыло на iHerb'е. Это африканское черное мыло от Nubian Heritage. Я зачем его заказала? Пополняю свою коллекцию мыла от этой компании, потому что я перепробовала уже очень много с гранатом, с морковкой, с маслом ши, и наконец-то решила заказать вот его, так как оно самое популярное, якобы помогает от высыпаний на лице, на теле. У меня высыпаний таких нет, правда, иногда появляются, но не такого плана. И люди с проблемной кожей, кожей лица большей частью, пишут реально хорошие отзывы на него. И говорят, что это мыло помогает. Оно не полностью не сырое африканское черное мыло, оно обработанное. Но, тем не менее, очень хороший состав у этого мыла, потрясающий. Здесь смесь эфирных масел, много-много всего различного. То есть, почитайте обязательно. Давайте я вам покажу. Вы, наверное, те, кто уже интересовались, 100 раз видели, как это мыло выглядит. Оно такое в коробке, как многие, кто обозревает это мыло, пишут, что когда получила посылку из iHerb'а, открываю, и там такой стоит такой запах. Нет, от этого мыла такого запаха не было. Оно пахнет, да, приятно пахнет, немножко такой сладковатый запах, но абсолютно не насыщенный, не терпкий. Как и во всей продукции этой компании, в мыле есть такие вкрапления, это натуральные частички там различных овощей и так далее. Вот, я его попробую, но большей частью мы мыло используем для лица, я использую иногда на самом деле, вот когда нужно именно такое глубокое очищение, и потом я хорошенько лицо увлажняю, но 99% использование, это, конечно, мы просто моем руки. Вот, и руки после этого мыла, они не сушатся, и такие мягкие, классные. Мыло вообще отличное, рекомендую. Мне кажется, любое, которое бы вы не попробовали, оно будет вашим любимым. Все, на этом обзор закончен. Надеюсь, он вам оказался полезным. Если до сих пор вы в раздумьях, не думайте, мыло реально классное. Обзор подготовлен специально для сайта отзывы iHerb.ru. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока!